Вот. Вот наш старый вылет, которому уже жопа. Опа, примотал ее себе резиночками. Всем привет, ребят. С вами Руслан Богданов, как всегда. Не знаю, что изменилось, что произошло, но неожиданно для себя достаточно быстро я решил вернуться на, собственно, родной спот. Ну и, в общем-то, постараюсь хоть немного, хоть ненадолго оживить наш журнал, где мы будем показывать, как строить дёрт, как их восстанавливать, как за ними ухаживать и все в этом духе. В этот раз все будет немножко по-другому. Если раньше я строил все для кого-то, старался сделать какие-то столики для ребят, для начинающих, чтобы им было проще развиваться, и в дальнейшем они как-то влились в это все и начали помогать со спотом, то сейчас все будет немножко по-другому. Теперь я хочу построить то, что будет нравиться лично мне. Мы начинаем восстанавливать большую линию из двух дёртов. Такая вот ирония получается, что раньше я своими руками делал для ребят, а теперь руками ребят я буду делать для себя. Вот, ребят, смотрите, как надо. Пацан не обломался, через весь город приехал, блин, с лопатой. Опа, примотал ее себе резиночками к бэмчику и приехал. Не отмазывался, как ему сложно, как он далеко живет, все такое. Просто взял и сделал. Красавчик. Тут парни уже расчищают потихонечку. Выгребают всякое. Все лишнее сейчас выгребают, чтобы потом все это застелить поддонами. Здесь пацаны равняют, значит, вот этот наш трамплин разгоночный. И выход на него будут сейчас делать. Расчищать от травы, растительности. Работаем, ребят, работаем. Че стоим, трендим. Так, а тут вообще все заилилось просто нереально. Ой, жопа какая. Как хорошо, что не я в этом всем дерьме вожусь. Ну, блин, да. Блять. Вот наш старый вылет, которому уже жопа. Так мы его и не восстановили. Ну, уже и, в принципе, не получится. В этот раз планировал сделать вылет из земли, но пацаны подсказывают, что у них есть материалы, возможно, вылеты будут деревянные. Посмотрим. А вот вам последствия ковров и линолеумов в яме. У нас вот здесь как бы дренаж. И какой-то одаренный человек просто застелил все это ковролином. И теперь здесь просто вот такая жопа. Так, час работы здесь. Расчистили яму. Надо будет еще выровнять. Разгон от травы тоже немного почистили. Останется тоже заровнять. Здесь сейчас будем увеличивать призем. Ребят скапывают влажный грунт. Бросают его сюда. Поднимем немного, сантиметров на 20, наверное. Сделаем чуть дальше, чтобы был небольшой столик. Следующий. Конечно, шатается. Давай, давай, помри, помри. Нормально. Да что ты стоишь там? Давай быстрее. Давай еще один. Ой. Как ты, в смысле, ты мимо наступил? Сразу тебя падали баланс. Так, давай теперь в обраточку. Ух, блин, Влад, это хуйня, Влад. Давай. Это как фанбокс в обратку прыгнуть. Не так-то и просто, да, пацаны? Фанбокс в обратку.
Давай, Илья. Давайте же подготовим. Опа! Да, там. Мой хакинг начал. А, ну это все, это пресс-цеф 35. О-о-о! Ныряй. Она скользкая. Опа. Опа. Так? Выхода нет. Опля. Готово. Бля, я мочил. Ну все, прицеп. Чисто памп-трек по назначению. Ну все, кайф есть, ботинки ты пошел? Давай, давай, давай. Что делать? Только не прыгай, блядь. Не-не-не, уже получится. Увеличили призем, приподняли его так. Сантиметров на 10-15, наверное. Сделали столик такой у него. Неплохой, в принципе. Начал немного шейпить, но он еще слишком мягкий. Залил его водой, чтобы он впитался хорошо. Здесь в яме пока приходится отложить работу, потому что грунт слишком влажный. Прям земля как тесто, как пластилин. Вот смотрите, я наступаю, прям нога проваливается. Очень сильно липнет к лопате, копать невозможно. Пока мы идем, блять. Так, ну сейчас напоследок решили нарастить немного нашу улавливающую стену после дерта в конце линии. Накинули еще бревно одно сверху. Два магнита вот эти вот такие, когда их сводишь, и они такие в разные стороны разлетаются. Вот он. Делаем Руслану контент. Отмечу, ссылочку на инстаграм в профиле на Влада найдете. Но мне кажется, лучше контент оттуда. Не, ну я сейчас как черт буду, по-любому. О, хорош! О, хорош! Чуть не сдох, вообще просто по такому гомну проехал, прям так близок был к провалу, как никогда. Что, Илья, второй челлендж за сегодня такой небольшой, да? А что ты ковер брал? Волшебник. Че, мудак, а ну хорош! Так, и еще один паренек принял у нас вызов. Валера из Москвы. Блядь, ты че? У тебя как лицо? У тебя лицо целое? Блин, мне показалось, ты лицом об этот штырь прям ухерачился. Вот это. Ребята уже устали, разъехались по домам. Но обещают еще приехать завтра и несколько раз на неделе. Я уже приеду, наверное, в следующие выходные. Посмотрю, что они сделали, как справляются. И думаю, что через пару недель мы уже все это дело закончим. Большое спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. И если есть какие-то вопросы по постройке, если хотите, чтобы я рассказал о том, что у нас здесь происходит, что-то более подробное, пишите в комментарии. Обязательно с вами поделюсь своим опытом. Всем пока и до новых встреч.